Добрый день, уважаемый лидер! Добро пожаловать в нашу команду LifeWell. Сегодня я вас познакомлю с тем, как добавлять ваших консультантов в век роста, чтобы они могли пользоваться такими инструментами, как обучение и подключать сайты. Итак, с чего мы начинаем? Мы нажимаем на структуру. Дальше. Здесь мы можем добавить участника вручную. Добавляем сами, и человеку приходит его к нему на почту приглашение. Дальше мы можем разослать приглашение вот по этой ссылочке, либо добавить вот сразу, но не более 40, и разослать. Либо приглашать, вот брать вверху ссылочку и переходить. Либо мы можем нажимать на партнерку, условия. Если у нас человек будет что-то когда-либо покупать, то мы сможем иметь с него еще какие-то проценты, ну как обычно все это делается. Это партнерская ссылка. Но лучше всего, вот если человек пройдет по этой партнерской ссылке, его увидят на век роста, и тогда ему будут звонить с предложениями о том, чтобы пройти квест и что-то приобрести. Поэтому добавить участника, разослать приглашение – это самое правильное добавление ваших новичков. И дальше вы новичку предлагаете подключить сайт. Дальше сайт спонсоров. У них появляются вот такие замечательные сайты. Он подключает, здесь нажимает на кнопочку «Подключить», нажимает виджет на форму, все заполняет, а также проходит обучение. Он нажимает на спонсоров, но так как у меня нету спонсора, я нажимаю на мои. Вам нужно нажимать на спонсоров. Дальше мы смотрим уроки и начинаем проходить обучение. Начинается с первого «Добро пожаловать» и в конце нужно выполнить домашнее задание. Итак, у нас есть прекрасный инструмент для роста, для закрытия новых статусов и для вашего быстрого обучения. Поэтому подключайте сами, проходите обучение и подключайте своих новичков.